Лидеры сборной России по велоспорту вновь проводят тренировочные сборы в омском велотреке. Среди тех, кто выкладывается по максимуму, четырехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дарья Шмелева. Ведь сразу из Омска она отправится на Олимпийские игры в Токио. Один из самых ключевых моментов, которых я преследовала, это ближе к Токио. Потому что из Москвы лететь в Токио – это 6 часов разницы. Для меня это достаточно много. Чтобы хоть хотя бы наполовину сократить, мы приехали в Омск, это уже 3 часа. Надеюсь, это будет достаточный вклад, и это поможет, и оставшиеся 3 часа я принесу легче. Плюс, это достаточно в таком месте, где поменьше спортсменов. Потому что в Москве у нас все-таки мегаполис, у нас очень много детей, любителей, ветеранов, других спортсменов, лидеров. И одного трека нам мало. График расписан до секунд. Спортсмены выполняют разнообразные задания, проходят контрольные тесты. Результаты пока держатся в секрете. По словам Дарьи Шмелевой, это только добавляет интриги. Мы не видели своих конкурентов уже в течение года. Это достаточно большой промежуток. Ты не знаешь, что они наработали. Ты не видишь себя на фоне их. Как ты вырос или, опять же, может быть, что-то упустил, но все находятся в одинаковых условиях. Они также не видят нас, мы темные лошадки для них, мы не видим их, поэтому это будет действительно уникальная Олимпиада, просто даже тем фактором, что ты давно не видел своего соперника. Тренеры проводят аналитическую работу, корректируют нагрузки, делают акцент на специальные индивидуальные задания. Мы здесь уже не первый раз, а точнее третий раз уже находимся на тренировочном мероприятии. Прокатывали все возможные ошибки, исправляли потихонечку. На сегодняшний день нам созданы условия прекрасные для подготовки, поэтому мы здесь. Нам здесь понравилось. В прошлом году первый раз мы приехали, в этом году уже второй раз. Нравится, трек для подготовки очень хороший. Тренировочные сборы в Омске у велосипедистов продлятся до 26 июля. Сразу после этого Дарья Шмелева и тренерский состав отправятся в Токио.